комнаты. Начнем игру. Привет, Фиксик. Мы в прихожей у Дим Димыча. Но тут так темно, что едва можно что-то рассмотреть. Тебе предстоит найти источник света и отыскать акваланг. Вперед! Тут темно. Так, держи. Ага, выключатель. Включи свет. Кажется, в светильнике нет лампочки. Найди ее. Как раз это тебе и нужно. Порядок. У тебя есть лампочка. Она в помогаторе. Вкрути ее в светильник. Очень хорошо. Найди отвертку, чтобы починить выключатель. Как раз это тебе и нужно. Нужна отвертка. Будем чинить. Чтобы не сели батарейки, продолжай в том же духе. Акваланг лежит в шкафу. Нужно как-то достать его. Шкаф закрыт. Позвони Дим Димычу. У него есть схема, как открыть дверь. Так, теперь нужно снять трубку. Чем бы ее подтолкнуть? Возьми гирю за плащом и положи ее в левую чашу весов. Как раз это тебе и нужно. Положи гирю в левую чашу весов. Так держать! Ты не знаешь телефонный номер? А ведь он есть в записной книжке. Записная книжка лежит на полке над телефоном. Возьми. Как раз это тебе и нужно. Звоним Дим Димычу. Очень хорошо. Кажется, Дим Димыч забыл мобильник дома. Слышишь, он звонит где-то рядом. Как раз это тебе и нужно. Ну вот, села батарейка. Она заряжается от электрической сети. Зарядное устройство на полке над домашним телефоном. Как раз это тебе и нужно. Предметы, попавшие в помогатор, могут соединяться друг с другом. Соедини мобильник. Так держать. Теперь найди источник электроэнергии. Подключи к розетке мобильник правильно. Используй мобильный телефон. Ну что за день? Нет соединения с интернетом. Роутер на нижней полке стеллажа. Почини его. Антенна в закрытом ящике под лампой. Найди ключ. Возьми батарейку рядом с бейсболкой и вставь в шкатулку. Ключом открой ящик и забери антенну. Как раз это тебе и нужно. Порядок, у тебя есть батарейка. Найди предмет, для которого она пригодится. Вставь батарейку в шкатулку.
возьми ключ на шкатулке. Как раз это тебе и нужно. Открой ящик комода и возьми из него антенну роутера. Продолжай в том же духе. Как раз это тебе и нужно. Фиксик, скорее подключи интернет. Прикрути антенну обратно к роутеру. Отлично. Теперь ты можешь посмотреть схему на телефоне. Проверь, чтобы открыть шкаф по схеме, тебе понадобится веревка и крючок. Но где их искать? Это тебе и нужно. Открой дверцу комода и возьми веревку. Как раз это тебе и нужно. Веревка и крючок вспомогатели? Тогда действуй по схеме из мобильника. Попробуй использовать в другом месте. Это сюда не подходит. Соедини крючок с веревкой в помогаторе. Правильно. Собери схему из мобильного телефона Дим Димыча. Ты хорошо поработал. Открывай ящик комода. Ура! Получилось! Открой дверь шкафа. Продолжай в том же духе. Возьми акваланг, как раз это тебе и нужно. Здорово, все проще простого. Тебе нравится квесты проходить? Оцени игру, чтобы все о ней узнали. Тыдыщ, акваланг найден, ты справился. В следующей комнате ждут новые приключения. Вперед! У тебя новая награда. Нажми на нее, чтобы получить болтики. Молодец! Двигайся к реактору.